В Уральске прошел областной этап Олимпиады, организованный образовательным фондом «Айканат», по итогам которого 45 школьников получили возможность посоревноваться в республиканском этапе. Традиционное мероприятие организовано с целью обеспечения высокого качества образования. Подробнее в сюжете. «Айканат» – проект, специально подготовленный отечественными бизнесменами для повышения образовательных возможностей детей из сельских районов. Фонд работает над устранением неравенства между сельскими и городскими учениками в доступе к качественному образованию. В рамках программы ежегодно проводятся олимпиады в три этапа – районы, областной и республиканский. 45 учеников, прошедших отбор, отправились соревноваться на республиканский конкурс, который пройдет в Алматы. В Алматы соберутся около 1000 учеников со всей республики. Мы думаем, что наши ученики покажут хорошие результаты. Ежегодно конкурс проходит в городе Астана. В этом году фонд «Айканат» проводит республиканский этап в Алматы, чтобы дать детям возможность увидеть и другие города. Одной из тех, кто примет участие в республиканском этапе, стала Жангули Максот, воспитанница образовательного фонда из села Косарал Сырымского района. Олимпиада «Айканат» – это прекрасная возможность для меня. Я очень обрадовалась, когда мне сказали, что я прошла на третий тур Олимпиады и стала финалисткой. С начала действия программы сотни школьников получили возможность обучаться в лучших университетах Казахстана и за рубежом. Родители, доверившие будущее своих детей образовательному фонду, говорят, что их надежды оправдались. Сегодня наша дочь едет на республиканский этап «Айканат». До этого она прошла районный и областной этапы. Желаем дочке удачи. Выигравшие на республиканском этапе Олимпиады получат грант на обучение в школе «Айканат». Кроме того, в этот раз есть возможности и для тех, кто не прошел отбор. Они могут бесплатно готовиться к ЕНТ в течение 3 лет, посещать занятия по английскому языку и готовиться к участию в международных соревнованиях. Дана Килибаева, Марлен Искалиев, Марсель Шахиев, телеканал ТДК-42.